USB. USB здесь все, Никита, Стас, Гена, Турбо, Идюша, Метелкин, здорово, Сухостой, как дела? Я, между прочим, нахожусь на территории армян. Пускай он сам с вами и главный, и разговаривает. Слышишь, Гарик, разговаривай с ними сами. Не, я вообще не планировал на сцену выйти, ну ты правильно говоришь. Давай, давай. Это моя тема. Вы чего приперлись, дебилы? Вы чего вышли на сцену? Явился, тандыр не запылился. Коптить, колотить, кого я вижу? Гарик, классно выглядишь и пахнешь классно. Это что за аромат? Розжиг для мангала? А ты где целый год был-то? Где ты? Мы же переживали, мы тебя искали, мы все шашлычки обзвонили. Слушайте, вы что устроили здесь вообще? Это Comedy Club, люди пришли на телевизионную запись. Что вы здесь устроили, цирк Дюсселей? А я, Никита, могу устроить цирк Дюсселей? Слушайте, меня достали эти ваши шутки про Кавказцев. Я сейчас позвоню кавказскому ведущему настоящему, вы поймете, что я еще был толерантный с вами все эти 5 лет. Он вам бошки оторвет всем. И кому ты позвонишь? А Маяку, Акопяну? Харатьяну? Кто там сейчас страшнее позвоню, тебя? Получите вообще. Алло. Жорик, ты где? С олимпийского огня прикуриваешь? Бросай это дело, вот видишь белую дверь, где машины припаркованы. Заходи, здесь меня 5 из Москвы прессуют. Да, заходи. Кто это делал? Я спрашиваю, кто это делал? Скажите. А? Кто? Вы, кто это делал? Кто моего оператора Рудика обидели, я вас спрашиваю, а? Это что такое? Что вы молчите все 6000, как будто аджики в рот набрали? Кто моего Рудика обидел, я спрашиваю? Вы что, попутали, что ли? Я вас все 6000 запомнил, понятно? У меня память фотографическая. Вы знаете, кто я, Вася? Вася, вы знаете, кто я? Я Жорик Вартанов, Севка ТВ! Это что такое, а? Я Эрнст Пятигорска, понятно вам? Все телевидение подо мной, конкретно. Я в телевидении вообще как рука в трусах, короче. Шарю конкретно. Кто обидел Рудика моего? Кто это делал, а? Кто Рудика моего обидел, тот будет наказан по законам телевидения, понятно? Я того возьму вот так рот, вырежу, костюм из этого рта делаю, надену вот так, поеду в Москву к Елене Малышевой, на всю страну его рот сделаю, понятно? Кто обидел моего Рудика, я спрашиваю вас, а? Это не зрители, здесь их нет, вот они за тобой стоят, эти 5, вот они это. Кто, вот эти чепушили? Вот это обидели меня они. Вот эти вот, слушай? Да. Это кто это, что это? Это ты, а ну иди сюда ты. Види нормально ты. Ты кто? Я Дюша Метелкин. Кто? Метелкин. Ветелки? Метелкин. Я понял, что Ветелки. Рудик, тебя тёлки обидели, что ли? Да нет, это не тёлки, Жорик, это группа запрещенная в Москве, United Sexy Boys. Это вот вы, которых я первый раз вижу. И сюда иди, а ну ты. Вот это что у тебя на глазах? Это что за очки такие у тебя странные? Ты сварщик, что ли? Ты меня видишь вообще? Ты меня видишь, говорю, ты. Слышишь, фуфламицин, жалюзи открути. Я что, прораб, что ли, на стройке с этим сварщиком разговаривать, да? Это что за аппарат такой, а? Ты смотри, вот это станок, отвечаю. Рудик, это тёлка с тобой? Какая тёлка, Жорик? Вот это, у красавицы имя есть? Я Стас. Ха-ха-ха!
Ты, походу, только с юмором еще, я смотрю, да? Мне нравятся такие, отвечаю. Стас, я тогда Света. Смотри, как на одной волне мы ха-ха ловим, да, с тобой? Ладно, я сейчас с этими фуцами докачаю, короче, поедем в Абхазию, ладно? Поедем там, дельфинов покормим прям с плавок моих, хочешь? Исполним, потом шашлык-машлык делаю, сыр, зелень, порежу, красиво все оформим, сделаем. А, да? Я, Никита, могу помыть твой шампур? Серьезно? Поможешь мне, да? Ну, красавчик, молодец, шампур поможешь помыть мне. Красавчик, не то, что вот этот вот в очках голубой. Я смотрю, ты нормальный пацан, походу, да? Я тоже люблю, когда у меня шампуры причиндалы, мангальные, все вот это в порядке, все хорошо, чистенько. А я, Никита, с удовольствием посмотрю на твои причиндалы. Серьезно, поможешь? Я тебе покажу все причиндалы, мангальные, вот эти там, посмотришь, взвесишь, проверишь, нарезаешь, шампура, все делаешь ты, да? Ты молодец, нормальный парень, слушай, да? А я, Никита, у меня никогда не было кавказца. Все, братан, у тебя есть собственный кавказец, это я, слушай. Я твой кавказец. В Москву поедешь, всем там скажешь, Жорик твой личный кавказец, 100%. Здесь вообще на юге все через Жору делается, знаешь? На Дагомыс дорогу видели? Через Жору сделано. На джуб гибели все через Жору сделано. А Лада Веста тоже через Жору сделано? Не, это через жопу сделано. Не-не. Жорик. Никита, поехали. Жорик, можно тебя на секунду? Что? Это Никита, он... Да ну нахуй! Ой, блядь, я извините, пожалуйста, простите, пиздец. Что ой, ты... блядь, ой, я что прости... ты несешь? Жали женщины, дети, извините, старики. Ради бога, простите, пожалуйста, я просто мне сказали, когда он пидор, я охуелся. Ой, блядь, ёпта. Что ты несешь, слышишь? Я извините, ради бога, простите, пожалуйста. Ради бога, простите, ты что ты наделал ты, а? Опозорил меня перед тёлкой, опозорил меня тоже. И какой тёлкой? Вот этой. Это Стас, он парень. Я свой вены хавал, я куда попал вообще? Это что за говномесину я попал, а? Это что такое? Вы что делаете? Вы что, юные Элтон Джоновцы все, что ли? Пидриптилоиды все, посмотри на них, а? Я не знаю, фу, слушай, Рудик, мне срочно химчистку надо, все. Зачем? Я такого нафантазировал, слушай, с этой тёлкой, тьфу-фу-тьфу. А вот это хорошее, нет, тьфу-тьфу, нет, слушай, фу-тьфу. Жорик, успокойся, что ты несёшь? Я не знаю, не послушай могу. Меня, армянский хоббит. Ты свою лавашижуйку прикрой, а то я тебе глаз на кольцо всевластия натяну. Рудик, это он тебе, походу, говорит. Это я тебе говорю, седая чебурашка. Ты чё хочешь, чтобы тебя за гаражами в коробке из-под апельсин нашли, что ли? Я не понял. Рудик, походу, не тебе, мне походу говорит. А я тебе говорю, пробник армянина, реально. Ты чё, ты посмотри на себя, ты где одеваешься? Рудик... В ереванском детском мире, что ли? Я не понял. Рудик, звони мусороману. Зачем? Забронирует, пусть мне камеру в мусорне. Скажи, Жорик сейчас на пожизненный приедет через 5 минут. Слышишь ты, Вася, вы кто ты, что ты, что где, когда ты, с кем ты? Вы все черти, вы в аду сгорите. Все, хватит мне на крестик орать, слышишь? Если один волос его груди упадет, будете лежать там же, где этот волос, понятно? Идите извинитесь перед другом. Да я не буду перед ним извиняться. Чё ты вообще на нас орёшь? Вы кавказцы какие-то агрессивные в натуре. Эх. Мы агрессивнее? Это вы агрессивнее. Вы посмотрите, это вы всё придумали. Калашников вы придумали. Вот эту вот систему ракетную С-300 вы придумали. Искандер вы придумали. А мы что придумали? Рулетики из баклажанов. Гранатовый сок придумали мы. Люляшечку завернуть в лавашечку мы придумали. Хачапури-лодочка, хачапури-лодочка, а не атомный подводный лодочка. Это мы все в Абхазию тёлку повезти, в Абхазию тёлку привезти, туда-сюда. Кататься, ламбада, обнимашки. Мы все придумали. Мы, армяне, креативные продюсеры кайфа. За что мы качаем, я не понимаю.
туда-сюда, слушай, русские, армяне, кавказцы. Мы все дружить должны, слушай, мы должны бок о бок жить, кайфовать туда-сюда, веселиться. Нет же, а? Что я неправильно говорю? Братцы, что мы делаем? Давайте кайфовать. Ёжи-баль. Молодцы вы, молодцы. От души, но ты красавчик в натуре. Я не знаю, что вы молодцы. Я вас обожаю. Красавцы вы. Молодцы, ребята. Зеленую дорогу даю. Рудики. Получили? Получили? Да что мы получили? Нормальный парень вообще. Красавчик. Хорошо все разложил. Красава. Конечно. Погодите, погодите. У меня айфон пропал. У меня портмоне пропал. У меня крестик пропал. А я Никита, у меня пропал кавказец. Эй, коротышка, крестик верни. Остановите лилипутяна. Что происходит в доме напротив? Какие тайны там скрываются? Можно попытаться подсмотреть в окно. А можно... Это женский стендап на ТНТ. Шоу, где выступают только женщины, говорят только правду. Ты узнаешь все, что происходит в любом доме напротив. Я тут узнала, что у меня подруга встречается с женатым. Ну, я должна была по ней догадаться, что она может. А ну, она даже в кафе все время говорит, я буду тоже, что и ты. Второй сезон начинает! Им есть что сказать. Если ты не возражаешь. Не пропусти. Женский стендап. Новый сезон. Завтра в 11 вечера на ТНТ.